с трудом заскочили на автобус этот первый, подъехал, на него садимся, он говорит, что это не этот автобус, говорит. С номером таким же? Да, с таким же номером, но автобус говорит, не этот. И в этот момент сзади, а точнее просто объезжает первый наш автобус и хочет уехать вот этот. Вот, кричали, орали, делали заднее сальто. В конце мы его догнали. Такой, а этот так бы уехал. Самое интересное, даже не останавливается. Остановка, не остановка. Ну, он просто посмотрел, а автобус стоит, пофиг. Там, да, там обычно людей на мало. Ну, вот тут самое красивое, это вот этот рассвет. Закаты встречаешь часто, а вот рассвет встретить, это, конечно, сложновато. Но сегодня это удалось. Очень красивый, сказочный. Такой красноватый. Да. Только что было раньше. Такие вот дела, друзья. Что, пока все. Едем на эту экскурсию. Сначала нам надо до Лос-Кристианос, города, доехать. Если мы там успеем вовремя, то попадем. Мы вообще должны по закону вовремя успеть, то попадем на эту экскурсию. Я попозже ее, даст Бог, покажу. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.